«Полицейские убийцы», — скандирует толпа. Акции протеста китайской общины не стихают в Париже вот уже вторую ночь. Они вызваны недавним трагическим инцидентом, когда выехавшие по вызову полицейские застрелили этнического китайца. По версии стражи порядка, мужчина бросился на них с ножницами в руках. Единственный выстрел был сделан в целях самообороны. Семья убитого говорит, что полицейские взломали дверь. Отец семейства держал в руках ножницы, потому что занимался готовкой. «Нам неизвестны подробности произошедшего. Мы лишь знаем, что его убили. Поэтому мы и пришли сюда, чтобы узнать правду. Мы хотим знать, почему полиция начала стрелять», — говорит один из протестующих. Ранее в ночь на вторник акция протеста переросла в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Митингующие бросали в стражи порядка различные предметы и подожгли несколько автомобилей. 35 человек были задержаны. Трое полицейских получили легкие ранения.